Белорусско-сирийские отношения обсуждались на другой встрече во Дворце независимости. О том, что Дамаск может рассчитывать на любую помощь Минска в восстановлении страны от последствий войны, Александр Лукашенко заявил на переговорах с вице-премьером Сирии Валидом Аль-Муалемом, который также является министром иностранных дел и по делам иммигрантов своей страны. Президент особо подчеркнул, гость из Дамаска прилетел в дружественную страну, которая всегда выступала за установление справедливости в Сирии. Вы знаете, что мы очень внимательно следим за ситуацией в Сирии, за теми событиями, которые разворачиваются на вашей земле. Мы всегда с первых дней конфликта сирийского были на стороне сирийского народа, на стороне вашего президента. И я убедительно вас прошу передать самое теплое пожелание вашему народу и вашему президенту Башару Асаду от белорусского народа и меня лично. Мы всячески поддерживали справедливую позицию Сирии, всегда будем привержены этой позиции. Закрытых тем для сотрудничества у нас с вами нет, и мы готовы сделать все, на что способна Беларусь. В процессе восстановления вашей страны после этой ужасной войны вы всегда можете рассчитывать на Беларусь. Сирийский народ и президент Башар Асад благодарны Беларуси и вам лично за поддержку нашей страны в этот сложный период. Мы уже несколько дней находимся в Беларуси, и нам очень нравится тот прогресс, который достигнут благодаря вашему руководству. Мы действительно рассчитываем на то, что Беларусь будет участвовать в процессе восстановления Сирии и предоставим приоритет всем белорусским компаниям, которые желают в этом участвовать. Александр Лукашенко и Валид Аль-Муалем обсудили также текущую ситуацию в Сирии и пути окончательного разрешения конфликта. Говорили и о гуманитарной поддержке. Так, вице-премьер поблагодарил президента за возможность детям Сирии отдохнуть и оздоровиться в Беларуси. Такую программу помощи Дамаск попросил продлить. Александр Лукашенко заверил, вопрос будет проработан. В целом же о гуманитарном сотрудничестве говорили сегодня в Министерстве иностранных дел. Владимир Макей подчеркнул, Беларусь, безусловно, готова помогать Сирии и в будущем.